Всем приветик, мои хорошие. Ну что, снова поедим, как всегда. Так сказать, мукбанг. Что у меня сегодня? Пирог собственного производства. Ну, как я люблю, разносолы. Огурчики. Помидорчики медовые. Просто. Морковочка свежая, тертая с чесночком и майонезом. Но ошлифанем мы это все дело двумя кусочками разного тортика. Ну, естественно, чай с лимоном. Как говорится, без воды и ни туды, и ни сюды. Так, ну что, мальчики, дождались? Дождались, теперь ваш праздник. Красный день календаря, 23 февраля. Никогда же не был это выходным днем, а теперь, слава тебе, Господи, сделали нашим мужчинам выходной день. За что мы очень и рады. От всего сердца поздравляю. Сейчас проживет, и как-то не хочу. Стала поздравлять, и тут это. Мужчины, подождите, не расходитесь. Дорогие наши мужчины, от всего сердца, от всей своей души поздравляю вас с праздником, с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Хочется верить и надеяться, что большинство наших мужчин достойны этого праздника. Сейчас есть мужчины, которые любят краситься, носить лифчики. Но их тоже поздравляем. Что сейчас делать? Они не виноватые. В общем, короче, всех с праздником и всего самого наилучшего. А мы кушаем пирог. Как я говорила, у меня супчики. А пироги вообще. Вообще. Думаете, что у меня Петрович такой счастливый? Думаете, с чего это мне Петрович отдает всю зарплату? И даже мелочь. Потому что я нашла подход к нему. Приезжает с работы. Я его начинаю подчивать. Борщец. Второе. Пирог. И пошло и поехало. Вот так все 3 дня. Ну, просто больше он не отдыхает. Ну, зачем расслабляться? Я помню, он был в отпуске. А потом после отпуска там что-то на работе. А потом он взял за свой счет 2 недели. А потом нужно было срочно его по делам отправить. Короче, он отдыхал чуть ли не 2 месяца. И потом уже еле-еле вышел на работу. Он уже просто физически был к работе не готов. Ну, начало все болеть. Он уже так привык к дивану, что мы его еле отодрали отсюда. Поэтому самая большая неделя. И, как говорится, до свидания. Денежки сами себя не заработают. Да нет, ребята, я на самом деле абсолютно не алчный человек. Я наоборот все время говорю, что бери больше выходных, своих денег все равно никогда в жизни не заработаешь. Здоровье. Ни за какие деньги не купишь. Лечить некому, врачей нету. Ну, по крайней мере, у нас. Город маленький. Так, ну что, помидорчик. Я уже специально почистила от шкурочки. Вообще. Это вот, который я покупала в Пятерочке, в медовом
медовой заливки. Они просто бомба. Там баночка маленькая, 700-граммовая. Я первую баночку открыла, просто съела, выпила рассол и легла спать. Утром встала, ни одной морщинки. Ноги отекли, руки отекли, морда отекла. Прям девственно была, как ребенок. Знаете, этот полугодовалый, когда его уже откормят, когда уже розовые щечки, когда уже все разгладилось. Вот я такая же проснулась. Вандербах. Кстати, видите, как пригодились мне мои... Как они называются-то? Ну, короче, розеточки. Забыла слово. Ой, как я вот это все хозяйство люблю. Вот эти все варенья, соленья. Все заготовки на зиму я просто обожаю. У нас все время были дачи. Все время. И я раньше делала вот эти закрутки. 365 банок. Ровно столько, сколько дней в году, чтобы я могла каждый день открывать новую банку. Представляете? Ну, у нас был большой гараж с огромной ямой. Она была вся заставлена. Я каждый день могла открыть то помидорчики, то огурчики, то лечо, то какой-нибудь салатик. А тогда только появились, я помню, мы делали какие-то Uncle Ben's. Как мне нравился салат, который с рисом. Закрутка на зиму. У меня загуляла Анфиса. Слышите, мяукает. Сегодня целый день. У меня приходили сегодня дети. Ну, я их поздравляла. Они мне говорят, что ты не купишь капли? Ой, хорошо, что мне целоваться не с кем. Тут столько чеснока, капец. Не с кем поцеловаться. Не могу, девочки, сухомятку есть. Надо запивать. Иначе начну икать, я уже говорила. Пирог фантастический. Одна начинка. Мало теста, одна начинка. Так, ну что, о чем мы? На чем мы остановились? Значит, мужиков мы поздравили. Наши мужчины теперь все в чистых, в новых носках. С гелями для душа. С дезодорантами. Подмышки у них теперь не воняют. На ботинки висеть не стыдно. Дырок на носках, на это. Теперь, девочки, ждем золото-бриллианты на 8 марта. Вот на самом деле, да, вот мы все хаем, хаем мужиков. А они, смотрите, им ерунду подаришь, он довольный. А мы ведь ждем что-нибудь приличное всегда. Какие вкусные помидорчики. Не могу я жопу вот эти есть. Не люблю. Не, надо выкинуть. Облизали грязные пальчики. Это, знаете, для аппетита. Это чтобы бактерии в кишечнике помогали быстренько переработать пищу и выйти на выход ей. Чтоб не застаивалось. Так что вот, такие дела. С праздником всех поздравила, подарки подарила. Посидели, покушали, поболтали с детьми. Они ушли во свояси. И все.
Завтра всем на работу. Только, наверное, школу сейчас дети не учатся. Ну, по крайней мере, Константин у меня до понедельника не учится. Ну и, знаете, отдыхает Белый дом, ну, администрация. Пенсионный фонд, правда, его сейчас нету. Ну, что там еще? Соцзащит. Короче, бюджетные организации отдыхают. А зарплата у них капает. А работяга на заводе впахивает за мизерную зарплату. А если он на работу не выйдет в праздничный день, ему, а не зарплата. Сплошная несправедливость. Они сидят в этом Белом доме. Огромное количество бездельников. Вот какая польза? Никакой пользы. Хоть вы мне что говорите. Может, там кто сейчас и посмотрит меня из Белого дома. Но жизненно, знаете, как сказать, градообразующее предприятие – это не вы. Это заводы, которые вы позакрывали. Мы когда переехали сюда, вот в этот город жить, здесь была птицефабрика, колбасная фабрика, хлебозавод. Швейная фабрика, молокозавод, пивзавод, варились живое пиво. За живым пивом ездили издалека сюда, покупали на магазины оптом. На данный момент закрылся даже хлебозавод. Даже нет своего хлебозавода. Ну, или закрылся, или на стадии, что-то вот, то ли или до 1 марта они тянут, или уже закрылся, вот это я не знаю информацию. Но что он закроется, это 100%. А вот руководящие органы, не буду называть фамилию, не понимают, что ломать не строить, разрушить это быстро, а восстановить потом это невозможно, потому что ни финансирования, от государства ничего нету. Ну, мы же не знаем. Может, финансирование-то и есть. На что-то же наши руководящие органы летают отдыхать. Покупают сразу себе особняки, машины. Открывают детям всевозможные предприятия. На что-то же, понимаете? А то, что город потерял столько много рабочих мест, всем плевать. Всем плевать. Короче, не будем углубляться в политику. Ну, знаете, как говорить, хотела сказать, что все равно это бесполезно. Да это не бесполезно. Если всем бесполезно, то, конечно, ничего не произойдет. А народ у нас боится. Вякнешь, тебя завтра с работы выгонят. И никуда не возьмут. Вот я. Мне 56 лет. Я устала сидеть дома. Я хочу работать. Я отработала в школе искусств. 25 лет. Все как положено. Анфиса. Сейчас я устроилась бы куда-нибудь. Ну, преподавателем я уже не хочу. Играть на аккордеоне я уже не хочу. Ну, хотя, ну, короче, не хочу. Ну, куда-нибудь бы, понимаете? Меня же позволяет образование. Ну, куда бы я ни обратилась в свое время, они спрашивают возраст. И у меня так смотрят, типа, ты дура, что ли, в 50 лет, куда ты? Потому что все хорошие места уже давно поделены. Естественно, если работает мама на теплом месте, она это теплое место будет держать для своих деток, внуков. И вот это такая катавасия везде. О как! Видите, какая умная баба. Это может она вид так? Так-то я, блядь, мозг.
Так-то я мозг вообще. Я так люблю морковку с чесноком. Это свежая морковка тертая. Чеснока сделала много. Ой, у меня будет сердце долбить. Вот так вот будет стучать сердце. А мне же нельзя. Ой, я стала сердечница. Вообще, капец. Капец. Никогда не думала, не гадала, что у меня будут такие серьезные проблемы с сердцем. Вот я не алкоголик, не курильщица, не злоупотребляла ничем. Слава тебе, Господи, наркотики даже не нюхала. А вот нате стала старая больная куляча. Я на ее, я уже шлифовать пирог. Нет, ладно, давайте шлифанем. С огурцами. Шлифанем с огурцами тортиком. Вот этот тортик любимый Константина. Этот тортик я первый раз покупала. Как он называется? Крем-брюле. Я уже сегодня полторта съела. Он такой нежный, он такой вкусный вообще. Просто прям тает во рту. Вкуснятина. Ой. Так что вот, так и живем. Так и живем. Ну, не стоит расстраиваться. Ныть. Посмотрите, что творится в мире. Какие страшные землетрясения. Люди потеряли все. Все, как говорится, что нажито, непосильным трудом. А представляете, как это тяжело остаться. Это дай бог, если еще семья выжила. Я смотрела на ютубе, интервью давали спасатели. Он говорит, страшно, страшно, говорит, когда откапывали всю семью целиком. Представляете, погибших, всю семью целиком. Потом, говорит, спасли турецкого мальчика, то ли 16, то ли 17 лет. У него погибли все до единого родственника. Вы представляете, какая жизнь, да? В один миг по щелчку погибли все до единого родственника. Как можно после этого жить? Это вот, это психолог должен работать. Это, мне кажется, это пу-пу-пу, врагу не пожелаешь. Поэтому ныть не надо. У нас все отлично. Все замечательно. Ой. Все, девочки, мальчики. Ой, я наелась. Надеюсь, кто-нибудь со мной за компанию тоже покусал. Сегодня, видите, я какая. Игривая бабочка в голове. У людей в животе бабочки, а у меня в голове. Ой, Господи. В общем, все, мои хорошие. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, что вы тоже потрапезничали. Так же вкусно, как и я. Всем удачки. Всем пока. Адьос.